Добрый день, дорогие друзья! Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска с вами. Друзья мои, вот уже на протяжении почти 4 лет мы с вами по крупицам собираем, воссоздаем в умах и сердцах своих незабвенный образ мальчишки, 16-летнего подростка из Смоленска, Владислава Бахова. Этот мальчик чистый, свежий, как весенний ветерок, яркий, как само солнце, добрый, отзывчивый, красивый и внешне, и внутренне, имел неосторожность 6 апреля 2019 года принять участие в молодежной тусовке возле райцентра Демидов на Смоленщине. И вот, после многочисленных издевательств над ним, попыток загнать его, который находился в это время, прямо говоря, в не совсем лучшей своей физической форме и психической, может быть, тоже, загнать на высоченный, выше 2 метров, шалаш. Влад и сам был, если я не ошибаюсь, 1,92 м ростом. Но шалаш, посмотрите, насколько выше его. Мы все видели эти кадры. Нам рассказывали очевидцы, кто видел это видео, исчезнувшее потом из интернета, о том, что было дальше. И, наконец, нам говорят, что он сам ушел куда-то, может быть, по каким-то своим мужским нуждам, и исчез. Это происходило на глазах как минимум 12, но гораздо большего числа людей, в том числе несколько там было тоже несовершеннолетних, остальные уже взрослого возраста, а кое-кто и зрелого уже возраста. И он пропал на все эти долгие годы. Есть основания полагать, и не я это придумал, а объективные основания полагать, что те останки, которые были, оказались там 29-го были найдены, января, по-моему, если я не ошибаюсь, 20-го года, были туда подброшены, а раз одна маленькая ложь рождает подозрение в том, что были и другие лжи в этом деле, что останки принадлежат не этому подростку, а может быть, какому-то его старому, умершему от старости родственнику, деду, например. Никто ведь нам не говорил, проверена ли эта версия. Да и некому, и незачем проверять версии и устанавливать истину по делу. Истина похоронена под этими 3 с лишним, почти 4 годами не расследования, а увода от истины. Увода от того, что действительно случилось тогда на этой страшной тусовке. Я показываю вам, друзья, одну из крупиц той мозаики, из которой мы собираем светлый образ Владика Бахова. Посмотрите. Поразило, что такой человек с такой внешностью, настолько добрый, благородный и милый. Одна секунда, но еще один пазлик в картину о том, кого мы потеряли и кого
никто, кроме нас, не хочет искать. Всего нам всем доброго. Пока.